Ребята, всем привет! Сегодня хочу рассказать про свой случай, как найти потерянную вещь. Как бы ситуация в чем? У меня военник пропал, наверное. Ну как пропал? Перестал попадаться мне на глаза, ну, наверное, больше года точно. В общем, всю квартиру уже переискал. Ну, как бы, военник просто не часто нужен, но, как бы, ну, не попадается на глаза и не попадается. То есть он в основном-то, как правило, при трудоустройстве, там, на работу, лицензию продлить, там, на оружие, там, ну, может, медкомиссию какую-то пройти. Ну, и вот, да, и тут мне предложение по работе поступило. В общем, все сделал, и там список документов, и военник надо. Военник найти не могу. Короче, ну, то есть, ну, за этот год, то есть, как я, вот, ну, понял, что у меня его нету. Я вот когда убирался, всегда так, ну, аккуратно его пытался высмотреть. Ну, короче, нету. И как бы, ну, что делать-то? Это самое. Просто, ну, военкомат не особо охота было обращаться, ну, по нескольким причинам, потому что, во-первых, месяц восстановления, там, штраф что-то от 3 до 5 тысяч, ну, и плюс сейчас время такое, если вы не хотите по контракту идти там, и вообще в армию лучше раз, наверное, не обращаться, потому что там у ребят свой план в военкомате, а план это, как бы, сами знаете, святое, как бы его невыполнение, это признание своей профнепригодности, я так понимаю, для многих. Ну, так вот, Суть-то в чем? То есть полез я в интернет, <связь> ну, просто в угол вбил, как найти потерянную вещь. И как бы, ну, сразу первый, вот прям по первой ссылке перешел, по-моему, по -моему, сайт Новый Очаг назывался, и там 9 способов, как найти пропавшую вещь. Ну, и такие неординарные в общем способы, как вы понимаете. Не просто взять и убраться, а там домового подкормить, там чашку какую-то там перевернуть, э, что-то к ножке стола там что-то привязать. Ну, в общем, 9 способов. Я просто почитал, и я помню, что это способ номер 7. Обратиться к Анне Сергеевне. То есть, надо просто сказать одну фразу. Анна Сергеевна, помоги найти и называйте вещи. Я думаю, ну, это просто можно сделать. Ну, в общем, я говорю, Анна Сергеевна, помоги найти мой военный билет. Ну, это все. И, типа, дальше занимайтесь своими делами. Ну, не, я как бы, я занимался и пытался его найти. Ну, то есть, у меня вот был выходной, я поискал, не нашел, ушел на работу второй выходной и тоже нифига. Потом опять мне вот на работу надо, как бы и ушел, и мама там дома стала убираться. Ну, тоже я сказал, нету военника. И, в общем, звонит мне и говорит, я нашла твой военник. И причем она нашла там, где я его уже смотрел, вот серьезно, сто раз, там под диваном. То есть он как-то так встал, то есть я и под диван светил, и сам диван открывал. То есть там такой диван, у него есть внутри полость, ну куда вещи можно еще сложить. Ну в общем капец, он там где-то вот так боком встал, я даже не знаю, то есть он там так, ну там так оказаться-то невозможно. Но, в общем, ситуация в чем, что <laughs>, военник мой нашелся, как бы в военкомат ехать не надо. Ну, то есть, это я к чему? То есть, кто-то посмотрит, скажет, да, ну, фигня, то есть, да, для человека, ну, как бы, со стороны, да, бред. Ну, случайность. Но я объясняю, то есть, для меня это чудо. <смех) <смех> На данный момент, потому что, ну, реально, года полтора, то есть, как бы. Ну, я говорю, у него не было необходимости, ну, и что-то у меня в подсознании сидит, что его нет. И когда убирался, всегда пытался, ну, скрупулезно, что, ну, может, попадется. Да, и тут прям ну приспичило то есть да уже такой момент что в военкомат пора ехать потому что ну уже документы медкомиссия на новую работу прошел как бы и вот как бы мама звонит говорит все билет нашелся ну как бы что в общем Такие дела. Так что, ну, <laughs> кто-то может посмеяться, но тем не менее, то есть, я говорю, вот полтора года, наверное, вот, не соврать, на глаза мне не попадался, и вот нашелся. Поэтому, если вы отчаялись, <laughs> может быть, вам это поможет, возьмете на вооружение. А, а история-то про Анну Сергеевну. Вот там это самое, ну, сайты и читатели, типа, пытались узнать, что за Анна Сергеевна. Ну, в общем, легенда такая тоже надо рассказать, что за Сергеевна. В замоскворечье речи служил внешне симпатичный батюшка. И одна прихожанка его попыталась, ну, типа, соблазнить, и он резко ей отказал. Отказал, и она обиделась, там, в общем, какую-то реликвию из церкви украла. И как бы на батюшку все свалило, что батюшка украл, себе присвоил. Но батюшке жена была, и вот она неистово молилась, вот ее Анна Сергеевна и звали. того молилась, чтобы вещица эта нашлась. И она нашлась вот как раз у этой женщины, эта вещица. И когда, ну, то есть Богородица ей дар такой, ну, как бы наделила вещи находить. Ну, это история вот про Анну Сергеевну, откуда это вообще взялось. И, в общем, когда она умирала, она сказала, что обращайтесь ко мне, ну, когда вещь теряете, буду помогать вам находить. Ну, такой вот случай, да, как бы и смех, и грех. Ну, говорю, квартира убиралась уже капец сколько раз. И вот, говорю, в этом месте, вот диван, я два дня за этого, я там его и открывал, и смотрел, и под ним, и нифига. И вот он нашелся. Как, для меня это чудо, я говорю, потому что ну, мне, мне позарез нужен был этот военник. Просто, ну, я говорю... Потому что поездка в военкомат сейчас по времени там, и нервами там, закончилась. Там, долго это все. У меня уже все горит. Как бы вот. Так что команд, можете принять на вооружение, у кого там отчались, может, вам поможет. Не знаю. Ну, помог. А, там же, а, ну, то есть, эта ссылка выдала. Я пошел там по сайту. Ну, как обычно, интересно комментарии-то почитать. И там да там на Пикабу, по-моему, девушка. Блин, я не знаю, говорит, я как теряю вот, все время обращаюсь и вещь, ну не сразу, но со временем всегда находится. Вот, ну поэтому такой вот способ. <с infly> Ладно, всем пока.